К другим темам. В городе становится больше собаководов. Это заметно по количеству людей, выгуливающих своих четвероногих друзей. Правда, не все из них соблюдают правила выгула. Что грозит таким собаководам, расскажет Эльвира Валиахметова. Не случайно, наверное, говорят, что собака – друг человека. К примеру, Варя умеет быть приветливой и дружелюбной даже с посторонними людьми. Варя, Варя, дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. Лапу. Лапу дай. Молодец. Любовь к собакам у Ксении Капитановой проснулась давно. Своего домочадца девушка ценит за искренность и верность. Совместные прогулки после непростого рабочего дня еще больше укрепляют дружбу между ними. Выбор площадки для выгула всегда остается за хозяйкой. В первую очередь нельзя выгуливать собак на жилых территориях и в местах, где есть массовые присутствие людей, так скажем. И желательно убирать за ними все то, что они наделали. Если что-то повредили или где-то справили свою нужду, чтобы этого не было. Специальной площадки для выгула четвероногих в нашем городе нет. Ксения, как образцовый собаковод, старается уводить Варю как можно дальше от города. Но, к сожалению, таких хозяев, как Ксения, в нашем городе единицы. Собак умудряются выгуливать на детских и спортивных площадках, на лесной аллее и в парке. Есть настолько загаженные домашними питомцами территории, что находиться там просто невозможно. У нас рекомендовано выгуливать собак на пустырях, пустынных местах, но не во дворах и не в жилых зонах. Вот. Если, естественно, и не там, где гуляют люди, дети, не там, где это следы от собак можно встретить в обычной своей вот такой прогулочной, так скажем, жизни. Выгул собак в неположенном месте – нарушение правил, а значит, будет штраф от 1 до 20 тысяч рублей. С начала года троих горожан уже привлекли к административной ответственности. Ну, а хозяева собак, как ответственные люди, должны, конечно же, предпринять все меры, дабы уничтожать следы, которые оставляют их питомцы. Для этого существует и в больших городах, существует, и в Европе существует такая практика, когда хозяин обязательно с собой берет пакетики и следы пребывания своего друга также ликвидирует, уносит с собой. Если вы стали свидетелем неприятной картины, не молчите, обращайтесь в полицию, они примут соответствующие меры. Но гораздо лучше, если каждый из собаководов будет намного ответственнее. Эльвира Валиахметова, Андрей Нагибин, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко ТВ».